Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня делюсь рецептом пирога или кекса, который хорош во всех отношениях. Готовится он очень просто и быстро, не нужно даже ничего взбивать. Получается ярким, аппетитным, очень вкусным, ароматным, с нежной рассыпчатой структурой. Этот пирог просто отличный повод собрать всех на чаепитие. А список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Итак, беру замороженную тыкву, естественно, дав ей разморозиться. Можно также взять свежую или, если вы не любите, замените морковью. Добавляю рафинированное растительное масло и при помощи погружного блендера довожу до однородности. Перезревший банан разомну вилкой, чтобы остались небольшие кусочки. Если вам это не важно, вы можете пюрировать банан вместе с тыквой. К двум яйцам комнатной температуры добавляю сахар, соль, ванильный сахар и корицу по вкусу. И размешаю электрическим венчиком до растворения сахара. Долго взбивать не нужно, поэтому то же самое можно сделать и ручным венчиком. Сюда же добавляю размятый банан и тыквенно-масляную смесь. Размешиваю. Далее добавляю муку с разрыхлителем. Лучше это делать в несколько этапов и каждый раз размешиваю. В конце кладу дробленые орехи, я их предварительно обжарила. Я беру грецкие, но подойдут любые. И опять размешиваю. Выкладываю тесто в смазанную форму. У меня размеры формы 20 на 20 сантиметров. Распределяю и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке и на готовность проверяйте деревянной палочкой. Даю пирогу остыть и посыпаю сахарной пудрой, а вы украшаете по желанию. Только посмотрите, какая получается красота! Он такой яркий, аппетитный, пористый, обладает нежной и в то же время рассыпчатой структурой. Чем-то похожий на кекс, но все-таки не такой сухой. Аромат и вкус просто бесподобны. Кстати, тыквы здесь совсем не чувствуется. Ее перебивает банан в сочетании с обжаренными орехами, а также корица. Она больше влияет на цвет, но, несомненно, она вносит свой вклад в общую гамму вкуса. Кстати, если тыква у вас не очень яркая, можно добавить немного куркумы. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А вы любите выпечку с тыквой? Подписывайтесь на канал Есть Поесть и смотрите другие не менее интересные и вкусные рецепты. Желаю вам приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.